В московских школах проходит неделя Арктики. Это цикл мероприятий, посвященных Дню Полярника и 280-летию открытия самой северной точки Евразии – мыса Челюскин. Школьники смогут принять участие в квизе, написать полярный диктант, а также записать видеопослание полярникам и задать им вопросы. Еще ребята сделают в соцсетях пост с фото или видео в образах, посвященных Арктике. Дошкольники тоже примут участие. Нарисуют Арктику. Самые интересные работы покажут на онлайн-выставке. Кроме того, 22 мая на мыс Челюскин отправятся 14 московских школьников и студентов колледжей в составе большой арктической экспедиции. Первая спортивная туристическая группа пройдет на лыжах 100 километров до мыса Челюскин. Второй научный отряд будет помогать полярникам и метеорологам заниматься сбором проб снега, воды и наблюдением за погодой. Лучшие кадры из экспедиции можно будет увидеть в сентябре на фотовыставке в Москве.